У меня видео. Разомри. Ой, это сейчас, блядь, он знает, что это камин, оказывается, да? Да. Мы пришли, короче, кушать рыбу. Пришли на Балык-базар кушать рыбу. Да, хамсу, нам... которую да. Я пожарю. Люблю здесь хамсу, но ни разу не ел жареную. Ну да? Вот, как так, я не знаю. Он соленую ел у нас, потому что соленая, просто засоленная хамса у нас продается. Не знаю, я не раз ела соленую. У нас вот на Кубани как вылавливают в Азовском море, прям сразу на корабле ее засаливают и на рынок вываливают на продажу. И там свежие выловлены. Не знаю, тебе еще понравится, ну должна понравиться. Класс. Но если что, там дорада есть. В любом случае, в Москве нет такого. Да. И сейчас, как идет сезон хамсы, вот она да, сюда, октябрь, ноябрь, да, ее вылавливают, да, уже на рынок. Да, 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 да. Отлично. Сейчас в Средиземном море она тоже живет. Это хамса-то как маленький селедок. Из Карадонис, это из Черного моря она. А, да. Это с севера тут. Да, да. У нас нет ее в Средиземном море. Нет, я все же вижу, качество разное у меня на телефоне. На Samsung A51 и A54. Вот это 51-й. Тот у меня лежит дома на загрузке. Наша вчерашняя прогулка на крепость. Да, на том лучше все-таки качество. Если фотографируется, он мне столько выслал красивых фотографий за вчерашний день. Много. И вот та фотография, которая у меня сейчас на аватарке в WhatsApp и в Instagram выложила, это, короче, Костик фотографировал, на свой классный телефон. Какой Huawei? Huawei P60 Pro. Вот это не реклама, если что, это правда. Да, это не реклама. Ну, фотки, конечно же, просто огонек. Ну, как обычно, пришли, купили рыбу, сели, приготовили. И я ни за что не плачу, прикиньте. Я позволила просто мужчинам быть мужчинами. Вот и все. Я сделала вам комплимент. Я ни за что не плачу, ни вообще ни разу кошелек не доставала. К Петерюге, как обычно, все на халяву. Ну, как обычно, это такая жизнь у меня, понимаете, на халяву. Вы меня содержите, парни меня садят. Ну, короче, тут звонит тебе. Нет. Ну, короче, ждем рыбу. Так, а чай потом? Я просто... Да, да, наша рыба жарится, да. Наша рыба жарится. Лимончики. Это наша рыба жарится, да. Значит, ее подадут. Это очень классная информация. И вон там жарится. Все шкварчит. Да. И вот здесь салат готовится. Смотрите, какая прелесть. Салаты готовятся, там рыба. Там котик сидит. Малыш, идешь сюда. Такой, личико такое жирненькое. Салатик. Рыба. Мне нравится так это место очень даже. А, народу много. Мы когда заходили, за тот столик тоже женщина села. Салат нам принесли. Опять хлеб тазик, уже. Тазик салата. Да, так мы будем кушать, все правильно. Не знаю, сколько стоит. Стоили 150 лир. Не знаю, цены дорожают. Даже булочка подорожала. Булочка моя любимая стоила 40 лир большая, а сейчас 50. Причем непередаваемо. Очень быстро все дорожает. Девочка, помешай салат двумя ложками, так вот сможешь? Серега, хозяйственный. Очень хозяйственный. За делом. И давай маслечко линем. Давай. Серега и Виталик хозяйственный. А ты готовишь что-нибудь? А? Зачем ты открываешь? Так хочешь. Ну, в смысле, я так хочу. Ну, могу, можно открыть. Просто оливковое масло? Да. Нет, навряд ли. Надо открыть. Может быть, да. Не знаю, может быть оливковая, может быть, я думал, что навряд ли. Ты готовишь что-нибудь дома? Готовлю, конечно. Но что? Когда время есть. Все что угодно, я даже пеку. Я даже пеку. Пеку. Даже печешь? Пекаю. Пеку с ним, блин, хули. Да. Ну, когда есть на это время. Когда у меня нет времени, я покупаю просто готовую еду. Я не... А у тебя последнее время нет, да, времени? Слушай, я не буду тратить свое время, чтобы приготовить. Когда я один ем, зачем я буду готовить? Ну, правильно рассуждаешь. Зачем буду потратить там свои 2 часа своей жизни на вот, да, это вот муйню? Хотя бы это время, можно деньги заработать, да, да, ведь? Да. Или просто отдохнуть. Да, или просто отдохнуть, да, правильно рассуждаешь. Это я думаю, что гранатовый соус, я его обожаю. Костик, ты не против? Кислый, нет. Не против, да? Ты не против, Виталий? Давай. Давай. Гулять, гулять.
Так что гулять, так гулять, это весь колорит этого ты и почувствуешь. Ну, что там, панкреатит, холестерин? Да почему панкреатит, холестерин? Так хорошо, все за меня делают, все за меня платят. Просто хожу, радую себя. Ладно, она еще не рассказала, как мы там комнату, как я ей застал. Какую комнату застал? А, господи. Короче, Виталик, с Костиком они должны были ко мне прийти. Виталик с Костиком должны были ко мне прийти. Подошли к моему дому, позвонили мне, потому что я мою посуду. Я на автомате надела платье, открыла двери на распашку, пошла дальше домывать посуду. Заходит Виталик, а раз на двери открыты, он зашел. И так из-за угла выглядывает. Я заорала от испуга. Я вообще забыла, что у меня двери открыты. Я вскрикнула от испуга. А у Виталика, короче, с Костиком пришли, как джентльмены. Принесли воду, чай пить. Принесли воду, принесли тортик такой, типа чизкейк, принесли упаковку мороженого. Соответственно, взяли мороженое, и немножко кусочек шоколада упал. Вот, он говорит, засрали пол, ничего не засрали. Виталий тут же взял полотенце, бумажную салфетку, да, и протер. Ну все, на этом конфликт исчерпан. Но Виталик решил... Потому что там разводы остались. Я-то вижу своим глазом намек. Ну, я ей говорю, дай тряпку, а тряпку мне не дала бы, но... А ты знаешь, они квадратно лежат в туалете? Ну я что, пойду, как да. Откуда я знаю, какая у тебя тряпка для чего? У меня, например, тряпки все для разных... Ну, для пола где хороша одна. Понятно, но просто откуда я знаю, какая у тебя для пола? Посмотри, какое что-то обостряется мое отношение. Такой конфликтный, слушайте, я бы даже никогда не подумала. Конфликтный? Очень, да, конфликтный. Ой, очень конфликтный, очень. Такой правдоруб. Доказывает правду, перечит нам с Костиком. Мы с Костиком в очень запальном положении. Не, ну то, что я говорю правду, ну так оно и есть. Mm-hmm. Я же не буду говорить вокруг да около. Мы с Костиком уже который день в опальном положении. Серьезно? Он как директор у нас. Ну это знаете, как сказать, кто заказывает музыку, кто платит, тот заказывает музыку. По какой причине? Неправда. Он, да. Он говорит, неправда. Неправда. Да, он тиран. Ага, и детство. Домашний арбузер. Абьюзер. Абьюзер, арбузер. Да, вот так вот. Нет, правда, скажи. Ты же сомневался, что тебе понравится? По вкусу похоже на мойму жареную, но у него другое... Она, знаешь, в чем? Другой оттенок. Она в кукурузной крупе. А-а-а. Не, прикольная. Прикольная? Я очень ее люблю. Это совсем другая хамса, не как у нас после. Конечно, нет. А ты что сравниваешь-то хамсу, которая соленая, которая такая жареная? Конечно. Мы это, как сказать, ищу рыбу. Дорадо. Мне очень нравится. Я ее просто обожаю. Я вот хамсу обожаю просто. Просто. Он уже сбегал. Он извинился, забыл. Сори. Да, очень. Вот это рада. Просто попадаю в лыжи. Нет, не о, рыба. Быстро, профессионально все сделано. Ох. Да. Виталику все нравится. Но жить здесь он не согласен. Может, только недолго. Потому что интернет его не устраивает. Наконец-то ты меня понимаешь. Это невозможно. У Костика не грузится ни одна игра. Приставка не играет, Nintendo даже. Да. А хотя по отзывам писали, что в отеле хороший интернет, да? Лучше, чем в других отелях. Да. Хера 2. Ага, точно. Хера 2. Кушаем. Приятного аппетита. Очень аппетита. Ну вот рыба поесть здесь одно удовольствие. Вот да. Так вот. Мне тоже нравится. Это я румяная. Выспалась. Выхерилась до 2 часов дня. Пошла потом есть рыбу.
Народу все больше и больше. Посмотрите, целая, вообще целая посадка. Целая посадка, очень вкусно. Очень вкусно, очень понравилось. Приходите все. Рыбу покупали, ну, у моего другана, вот у того, который вот сам этот вот, угловой этот вот, мужчина с белыми волосами. У него всегда беру рыбу. Всегда, всегда, всегда. Ну, конечно же, у меня не так телефон снимает и фотографирует, как у Костика. Вы посмотрите, у него сказочные. Это он фотографировал мои фотки в Инстаграме, которые... Мы сейчас пойдем в Гратис. Мы сейчас пойдем в Гратис, нам нужно в ту сторону уйти. Хорошо обложили, да? Особенно ночью будешь идти вот так. Это что, блядь, за Нарния? Это вообще жесть просто. Там, а там, там 8 метров. Ну подожди, не подходи к краю, блядь. Это вообще. Посмотри, когда плитка положена. Ровненько. Просто зачем так кирпичи положили? Они думают, что я кирпичи вижу и не подумаю, что там все что-то. Слушай, они тут не трезвые вообще не ходят. Тут а, не, нет, но они просто не борются, не, с природой не борются. Поддались течению. Вот просто на камере не видно, тут такой рисунок, а тут такой нахлёст, чуть ли не метр. Хуже такой. Ой, хорошо, как мы наелись. Наелись, напились. Огнище. Огнище, да? Огнище. Огнище. Но это намного лучше. Ну, реально, рыба здесь намного вкуснее, чем в Москве. В Москве, да? Виталик, Виталик, посмотри, какой хороший. По-русски еще не разговаривает. Посмотрите, какой милый. Какой красивый. Что вам надо? У Костика шикарные фотографии, просто роскошные. Камера мутно, блядь, снимает. Гляньте. Все меряются, кого лучше камера. Ну что мериться тут, очевидно. Тут и мериться не надо. У Костика шикарный телефон. Шикарный. Конечно, качество видео немножко не так, не такое хорошее, как у фото. Конечно, фото лучше. Но просто обалденный. Посматриваешь эти вот истории? Смотрите. Если приблизить, можно даже увидеть волосы в носу попугая. Вы представляете, насколько качественно? Я вот думаю, как бы это не уснуть сегодня, да? Подумать о том, что попугаи были волосы в носу или нет? А тебя сфотографируют только волосы в твоем носу. Вот теперь вот живите с этой информацией. Так, нам прямо, да? Нам... Мы вот если вот так выйдем, мы выйдем прямо ко мне, к моему дому. Если вот так вот пойдем. Все дороги ведут к Инне, я так понял. Да, да, да. Да, куда да. Не свернешь, вот они вот... полностью выстраивали всю инфраструктуру из расчета из Индона. Понимали, где будет королева жить, надо вот да, да, да. Это как и в Москве, все от Кремля строили. Вот. Точно так. Вот у котика видишь, одного глаза нет. Инфекция. Не очень-то такая погода сегодня. Ну серьезно, парни приехали, какая-то погода стала, какая-то херня. А Виталик посмотрел по прогнозу и говорит, ну реально налаживается погода, когда они уезжают. Вот реально. Мы уезжаем в последний день, здесь грозы, дожди, торнадо, да. А как мы только уезжаем, все, на следующей неделе, прям вся неделя солнечная, ни одной тучки, ни одного... Не, один день там будет вечером, минус 13. Ой, минус 13, плюс 13. А ты что, говорит, минус 13? Плюс 13, потом мы в Москву приедем, там будет минус 13, реально. Да. Смотри, цветы выбросили. Кому-то не надо. Ну они уже все. Ну, все, ну, факт, что все равно выбросили. Аля, улю. У нас, кстати, в Алане очень сильные футбольные команды. Угу. Аланья Спор. Красота, да? Я взяла лимон, чтобы убрать запах рыбы и запах сигарет. Ну, как вы поняли, я в районе 6-го пляжа. Я просто не имею морального права вам не показать. Это кладбище.
Хейтерюги, только суньтесь ко мне. Я вас всех здесь захороню. Всех. Это кладбище. Вот такие вот огромные кустарники растут. Я так думаю, что это, наверное, какие-то могилки не совсем. Может быть, родственники уже умерли. Смотрите, какие огромные. Здесь похоронен человек. Это кладбище. И там есть захоронения более свежие. Вон там памятники свежие. А, то есть она открытая? Да, да. Подхоранивают к своим. И оно такое длинное, оно до 10-го пляжа. Туда идти, идти, идти. Вот смотри. В каком году? В 1955. Это какой-то семейный этот. Семейный какой-то надгробье. Айше. Кошечки-проводники душ. Проводники душ. Тут не только мы ходим по кладбищу. Проводники душ. А здесь что, аккуратно, мы не ссорим, ничего. Такая дорога. Неудобно идти, плитка вся дыбом встала. Даже тут, смотри, кошкин дом на кладбище. Да, так они тут всюду живут. Как так можно плитку? Ты не хотят как-то ее вот эту вот облагородить? Лягко вот, наверное. Чего говоришь? Зляпка вот. Ну, может быть, да. Это не мы ржем. Там я не знаю, кто веселится. Кому весело. Угу. Вообще уже. Что-то написано. Ядовитые продукты для кошек. Изюм, шоколад, яйца, чеснок, лук, алкоголь, кофеин, жировые секции, кость, молоко или сливки, авокадо, сырная свинина. А, сырая свинина. Сырые, куриные. Ну, короче. На фотографиях запечатлены кошки, погибающие от неправильного кормления. В основном без приправы. Он атакует желудок и кишечник. Вызывает диарею. Вот так вот. Нельзя кормить кошек не специализированным кормом. Нельзя. Костик, где? Кактусы. Кактусы, кактусы, кактусы. Этот алоэ. Этот большой. Я вижу. Машет рукой. Как же красиво. Как же красиво. Такие растения красивые, очень красивые. Но я все же, знаете, лучше их, наверное, не трогать руками. Вот. Такой синенький, оранжевый. Такие красивые. Смотрите. Такой лист жесткий. Как же красиво. Такое небо красивое, да? Котик, море и небо. Котик, море и небо. Боже. Котик, море и небо, да? Даже когда вот... Даже когда пластмасс, да. Даже ощущается, но... Да. Я сегодня заметил, когда вот солнце скрылось за облаками, что Алания пасмурная, она совсем отличается. Она отличается, но она тоже красивая. Да, классная, но по-другому. Да, конечно. Конечно. Это йод пляшет. А что ты не танцуешь? Иди, иди, пляши. Ну, пизданись уж. Контент, да, тебе надо? Ну,
Очки в дребезги, кровь вся в лице. Месяц молодой. Да. Знаешь, никто не купается. Вот. А чем сейчас купаться? Люди знают, что завтра будет солнце, пойдут в хорошую погоду купаться. А вот последний день. Последний день. Я бы пошла, если бы была последний день. Я пошла бы днем, а не сейчас. Я бы не пошел бы и так, и так. Качество фотографии, знаете, лучше, качество видео хуже. Вот сейчас я реально вижу, что мой тот телефон снимает лучше. Реально вижу. Такое ощущение, что тут вот камера как песком насыпана. Жарко. С распущенными жарко. Сколько градусов, не знаю, наверное, 23, может быть. Сколько градусов? 20, наверное. 22. 22. И оно по ощущениям, наверное, 23. Яндекс, я четко знаю. Я всегда четко знаю, сколько градусов. 23 сказала. Костик сказал 22, ну а по ощущениям 23. Я чувствую. Сколько? Сколько градусов? У Виталика пишет 20. Утром 12 градусов в 7 утра. 23 градуса сейчас пишут. Это Хуявей. У Хуявей там что-то проблемы. 12 градусов. В 7 утра будет 12. Я не знаю. Не знаю. В 7 утра у меня написано, завтра будет 17 градусов. Не, чё, как это может быть такая разница? Ну, не 20, не 12. У него что-то я. Ты, может быть, Аланию смотришь, может, Россию смотришь? Алания, ага, конечно. Сургут смотрю. Вот, может быть, кстати. Ну, посмотри, какие красивые цветы, вот, например. Видите, да? Очень красивые цветочки, очень. Это же фикус. Это фикус, да. Ой, фикус, подожди. Так вот он. Красивый. Такой большой? Это фикус, да. А что у тебя он не такой большой на подоконнике? Ну, потому что у него, может, условия хуже. Ну, куда мне, блядь, такой... В квартире я должен такой вырасти? Ну, потому что ты на муську тратишь все деньги на содержание. А мог облагородить... Да, а мог купить квартиру повыше и фигус вырастить. Мне кажется, я нахожу на квартиру повыше. У нас такие даже в Москве не строят. Лайнер какой. Поедем кататься? Титаник. Конечно. Как Титаник. Как Титаник, да. Нет, как Титаник я не хочу кататься. Просто я прокатился. Но как Титаник не надо мне. Вот-вот. Я еще пожить хочу. Короче, в морском порту. В морском порту с ребятами. Какая красота. Кофе заказали, чай. Ловите, да? Красивые. Так сказал, что налетели. Налетели. Мы, короче, летом сидели здесь, и рыба, то ли ей было жарко в воде, она сюда прям начала биться, вот так вот на берег выскакивать, мелкие вот такие вот рыбешки. Так и продолжалось, наверное, минуту, и все так замерли. А потом она здесь осталась, рыба. И люди начали вставать со столиков и ее туда бросать. Поднимать и бросать, поднимать и бросать. Всю рыбку спасли. Да, хорошо. Че, Костик, тебе понравилось в Лане? Вообще просто. А ты бы приехал еще? Конечно, обязательно приеду. Виталичка, я у Виталичка не спрашивал, что он мне уже обещал, что приедет. Я уже с ним переговорила просто на эту тему. Конечно, да, говорит, это ничего мне не останавливает. А что мне останавливает? Вы... На самом деле мне вот какие-то такие вот переходные месяца, само оно сюда приезжает. Угу. Прям вот само лето, это вряд ли я приеду. Бенимичин. О, кофе турецкий. А чай нам потом принесут, да? Нет, ты чай не заказывал.
Ты чай не заказывал. Турецкий кофе подается с водой. С лукумом. Вот вам принесли. Такой. Гарри. Это фотографируется. Подожди, ну это фотографируется все с этим. Что такая, как рюмка какая-то. Как она, спроси, вот почти продает. Стопашки. 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 Сколько фотографий было сделано? Ну, я думаю, не больше 3 было. Не больше, ты с сожалением сказал. Да, немножко. Да. Мы немножко гуляли. Сейчас посмотрим. Да. Фото сегодня. Немножко гуляли. Так, только язык, блядь, на плече висит. 220 всего. Да ты чё? Есть к чему стремиться же, да? Да. Упущение. Да. Упущение, да. А ты все корабли где-то фотографировал? Все, все. Кротов, корабли, нас. Сигаретки. Нормалёк тебе? Очень. Ему все нравится. А тебе нравится, Виталик? Я еще не пробовал. Ну попробуй. Мне кажется, он горячий. Он очень вкусный. Турецкий кофе прям обожаю. На песке делают, да? Или да тур... правда, что, блядь, ага. На каком, блядь, песке? На плите? Да не. Да. Он прям... Ну, сахара что-то нахуешь, который нормально. Ну? Нет, кофе вкусный, но сахара много добавить. Ну, так он вас спросил, с сахаром или нет? Водой запивай. Водку, блядь, и водой. Короче, Виталий говорит, сахара много, и сам такой тут же лукумчик сожрал. Он менее сладкий. А лукум менее сладкий? Да, чем кофе. Хочешь попробовать? Нет, нет, ничего мне не надо. Тебе не сладкое кофе? Там паровоз. Саркиджи, вспомнил, как этот вокзал называется в Стамбуле. Восточный экспресс, прям с Саркиджи приехал. Там, короче, этот... Трамвайчик. Как? Не трамвайчик. Вы сказали, Восточный экспресс. Да. Да, Восточный экспресс, да. Все правильно, Восточный экспресс. Нет, правда, очень сладко. Может, они тебе перебольшили? Да, очень сладко. Попробуй мой, у меня так же? Не буду твой пилять пробовать. А почему? Потому, блядь. Мы уж поменялись бы, если бы у него... если. Но он там все выпил. Что, буду его остатки допивать, блядь? Он радуется, он съест. Да ему все врали, радость на душе, блядь. Моя ты курочка, моя ты нежная.